Последние элементы благоустройства будут установлены к 20 числам в виде красивых скамеек, красивых урн. Остальное все должно быть 6 июня. Кроме этого, к 6 июня оборудуют спуск к воде. На таких деревянных ступеньках-скамейках приятно просто посидеть, позагорать. Сегодня начали укладывать рулонный газон. На площади в 1200 квадратных метров появилась ровная зеленая травка. Здесь же вырастет детский городок со спортивной площадкой. Работы в самом разгаре. Укладывается брусчатка, устанавливается детская площадка, укладываются газоны. Скоро здесь появятся душевые кабины, кабины для переодевания. Но уже сейчас здесь есть фонтанчики с питьевой водой. Попробуем. Вкусное. Кстати, питьевым фонтанчиком уже очень рады велосипедисты и те, кто предпочитают передвигаться на самокатах и роликах. Довольны они и выделенной специально для них дорогой. Вообще очень нравится. Я вообще всегда за спорт, чтобы люди спортом занимались. Мы катались раньше вот за границей, и вот прям вот... Вот, не знаю, там море было и побережье. Здесь вот я прям сравниваю, прям уровень такой же. Очень нравится. Территория набережной вообще видится столичной администрацией и проектировщиком спортивной зоной. Планов множество. Возле лестницы велопрокат. Мы планируем там поставить подростковые, детские, взрослые велосипеды, затем прицепы, самокаты, роликовые коньки, скейтборды, гироскутера. Ниже по течению пляжа в 50 метрах мы планируем сделать пирс и поставить водно-моторные средства, которые будут, помимо катания на батуте, осуществлять перевозку что-то типа речного такси. Дальше больше. Летом заработают кафе и ресторанчики, преобразится и вход в подземный город. Боковые стены оформят барельефами, установят светильники, появятся новые удобные скамейки. Горожане таким изменениям только рады. Когда вот прошлись, мы были очень приятно удивлены. Я действительно с каждым годом вижу изменения нашего города. И вот это такой подарок для жителей Чебоксар в виде набережной. Полностью набережная должна преобразиться в 2019 году, 550-летию города Чебоксары. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. В столице Чувашии лето началось с открытия заволжских речных маршрутов. Трамвайчики снова начали курсировать в Сосновку и на пляж Левобережный. Кстати, билеты с прошлого года не подорожали. Более того, их цена остается неизменной уже в течение трех летних сезонов. Взрослые – 65 рублей, детские – 33 рубля. Провести багаж стоит 40 рублей. Речной порт обращает внимание пассажиров, что в дни массовых перевозок возможны отклонения от расписания движения речного транспорта. В случае малого числа пассажиров и ухудшения погодных условий, температуры ниже 20 градусов или дождя, рейсы Чебоксары, пляж Левобережный могут отмениться. В этом сезоне не планируются рейсы Козловка-Волжск. Причина – отсутствие средств на дотирование речного порта. Теперь на Козловском берегу пристань обслуживаться не будет. А это значит, что туристические теплоходы, которые до последнего времени останавливались в живописном Волжском городке, проплывут мимо. Первое июня, Всемирный день защиты детей, всегда отмечали с размахом. Но в этом году погода внесла свои коррективы. Из-за дождя и штормового предупреждения была отменена традиционная зарядка со звездой на Красной площади. А вот праздник, придуманный юными журналистами нашей телекомпании, состоялся. Тему продолжит Мария Шоклева. Есть у него имя? Его зовут Миша. Миша, Миша, это твой новый домик, отправляйся туда. Пушистые и не очень, маленькие и просто огромные. Ребята городского детского медиа-центра «Кучмала» решили собрать вместе мягкие игрушки чебоксарцев и подарить им вторую жизнь. Акция «Куча игрушек» – это самый настоящий игрушкообмен. Теперь любой желающий может оставить в специальном домике плюшевого зверька, которым уже не играет. Его заберет домой новый хозяин. Мне кажется, все маленькие дети захотят получить новые игрушки, тем более бесплатно. И не
нужно будет ходить в магазин. Тем более, когда игрушка уже пожитая кем-то, намного интереснее играть, потому что видишь, что она была кому-то дорога. Зашитые уши, например, зашитый глаз. И всегда приятно такую игрушку носить с собой и разговаривать с ней. Все же понимают, что у некоторых детей нет денег на то, чтобы покупать игрушки. Им тоже хочется играть. И поэтому мне кажется, что все-таки игрушки будут приносить. В домиках-палатках собралась целая коллекция медведей и зайцев. Встречались и весьма редкие герои. У каждой игрушки здесь действительно своя история. Я сегодня принес детям игрушки вот такие вот. Это был мистер Карандаш и обезьянка-сердечко. Нет, их было не жалко, потому что и так у нас дома их очень много, и куда-то их надо девать. Я очень любил этого Мишку, играл с ним, даже иногда спал. Но однажды, когда мне папа подарил большую-большую машинку, я забыл про этого Мишку, и он мне стал, наверное, не нужен. Рекордсменкой праздника стала девочка Даша, которая принесла из дома 36 мягких игрушек. Я забрала немного игрушек у бабули, а в основном все игрушки у меня были. Все собранные игрушки уже завтра отправятся в парк Николаева и в Лакреевский лес. А вот музей истории трактора коробку с плюшевыми героями получил уже сегодня. Если вы не успели обменяться игрушками, имейте в виду, домики-палатки в парках и музее будут работать все лето. Мария Шоклева, Сергей Адушкин, Республика. День защиты детей отмечают и в таких взрослых организациях, как, например, Управление Федеральной налоговой службы по Чувашии. На этот раз уроков налоговой грамотности для ребят не проводили, просто устроили им праздник. Дети всегда остаются детьми. Для счастья им, как правило, многого и не нужно. Новая игрушка, добрый мультик, вкусная конфета. Но самое необходимое – внимание взрослых. Сотрудники налоговой службы по Чувашии – сами родители и знают, как надо отмечать День защиты детей. На них присутствует свыше 200 детей, сотрудников, наших работников в возрасте от 4 до 11 лет. Мы подготовили для них праздничное мероприятие большое. Это и анимационная программа, и фестиваль рисунков под девизом «Дети – цветы жизни», и показ мультфильмов, и развлекательная программа, и чаепитие. Только в Управление Федеральной налоговой службы пришло около 30 ребят. Руководители УФНС присматриваются к ним и как к будущим сотрудникам. Но многие из них взрослеть не торопятся. Конечно, лучше быть ребенком, потому что не надо заботиться о ком-нибудь. Можно просто прийти после школы, сесть на диван и смотреть телевизор. В канун Дня защиты детей президент России объявил о новом социальном проекте «Десятилетие детства». Это еще один повод задуматься о том, как живется ребятам в современном мире и чем мы, взрослые, можем и должны им помочь. Татьяна Филатова, Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика.
Бесконечные скандалы, пьяные компании, драки и антисанитарии. В таких условиях растут дети, чьи родители постоянно пьют. В таких квартирах инспекторы по делам несовершеннолетних – частые гости. Об обратной стороне детства в репортаже наших коллег. Хочешь в лагерь? А в какой лагерь едешь? В эту семью сотрудники полиции и представители общественного совета при МВД республики наведались вовсе не для того, чтобы составить очередной протокол на родителей, а чтобы сообщить о выделении путевки в детский оздоровительный лагерь. Это раньше мать двоих детей почти не занималась их воспитанием, злоупотребляла спиртным и оставляла на попечение родственникам. Но сейчас женщина исправилась. Семья состоит с июля 2015 года на профилактическом учете за употребление спиртных напитков. Матерью. Сейчас, в настоящее время, мама встала на путь исправления, встала на учет на биржу, ходит, посещает курсы повара. Надеемся, что такая ситуация сохранится, семья у нас полностью исправится, и будем решать вопрос о снятии ее с профилактического учета. А в этом доме растут пятеро детей. Мама не злоупотребляет алкоголем, а вот отец частенько выпивает. В поле зрения полицейских эта семья попала, когда мужчина, сам будучи нетрезвым, напоил своих маленьких детей алкоголем, после чего их с отравлением доставили в больницу. Со слов многодетной матери, сейчас в доме мир. Под контролем инспекторов ПДН, которые здесь частые гости, глава семейства постепенно встает на путь исправления. Совместно с представителями всех субъектов профилактики инспектора по делам несовершеннолетних оказывают сильную социально-правовую помощь этим семьям, выделяют путевки несовершеннолетним в лагеря, либо какие-то другие учреждения, посещают по месту учебы, по месту жительства. К сожалению, не все родители встают на путь исправления. На сегодняшний день к уголовной ответственности по статье 156 Уголовного кодекса за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних, связанное с жестоким с ними обращением, привлечено к уголовной ответственности 5 родителей. Не просто посещают подопечных, а проверяют, все ли у них в порядке. Что дети едят, какую одежду носят, не бьют ли их родители. Порой инспекторы по делам несовершеннолетних единственные, кто может, а главное, хочет помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Необходимо отметить, что отлажено межведомственное взаимодействие, что ведется учет этих семьев не просто для галочки, а действительно инспектора подразделения по делам несовершеннолетних вкладывают свою душу, свое сердце для того, чтобы эти дети не оказались брошенными. Подобные рейды проводятся постоянно. Такая профилактика правонарушений и преступлений, оказание психологической помощи как родителям, так и детям, помогает некоторым семьям выйти из трудной жизненной ситуации. Уроженец Батыревского района Семен Макаров был настоящим героем. Участвовал в гражданской и советско-финской войнах. В Великую Отечественную дошел до Берлина, где в одном из боев был тяжело контужен. Так случилось, что заслуженную награду сам он так и не получил. Документы на орден Красной Звезды родственникам фронтовика вручили в республиканском военкомате через 72 года после Великой Победы. От имени Министерства обороны Российской Федерации уполномочен вручить вам этот орден. Получается удостоверение к награде. То есть это официальный документ, по которому он будет храниться у вас и передаваться поколение в поколение, что ваш отец был награжден за мужество и героизм. Ксении Макаровой не было и года, когда отец ушел на фронт добровольцем, а после войны она так его и не увидела. Остались лишь добрые воспоминания мамы. В 6 классе
Я начала искать отца. Ходила все время, каждые 3 месяца в военкомат Батыревский. Хорошо принимали, конечно. Все время сказали, как появится, так и сообщим. Ну вот, я ждала до сих пор. Наконец этот долгожданный день наступил. Ксения Семеновна с волнением рассматривает наградные документы и торопится сказать слова благодарности сотрудникам военкомата. Они путем долгих переписок с архивами по крупицам собирали сведения много лет. Это тяжелый, но благодарный труд, ведь они вернули родственникам их героя. Неоднократно был награжден орденами, медалями, был контужен, он был награжден за особые заслуги перед Советским Союзом в разгроме фашистской Германии орденом Красной Звезды. Эта награда была ему не вручена, поэтому мы искали по архивным данным, нашли. Была большая надежда, что вместе с документами отца в военкомате или архиве найдется хотя бы одна его фотография. Везде кругом ходила, но нигде не было. Хоть одним глазом, хоть карточку посмотреть. Даже карточки нет у меня. Сегодняшний день, конечно, очень тяжело. Хоть бы одним глазом посмотрите. Будем искать, пообещали на прощание в военкомате. Родион Архипов, Александр Петров, Республика. Около 6 тысяч жителей республики получили компенсацию части затрат на проезд в общественном транспорте. Общая сумма за первый квартал превысила 2 миллиона рублей. Напомним, что с этого года изменился механизм предоставления льгот. Теперь сумма начисляется по факту проезда. Размер компенсации составляет 20% стоимости проездного билета, но не более 150 рублей. Компенсация перечислена на лицевые счета, открытые в кредитных организациях и через отделение почтовой связи. Для получения компенсации нужно обращаться в отдел социальной защиты населения по месту. Династия врачей из села Яльчики лечит уже не одно поколение односельчан и жителей окрестных деревень. Общий трудовой стаж семьи Малоствовых более 120 лет. С теми, кто однажды произнес клятву Гиппократа и верен ей по сей день, встретилась Татьяна Раевская. Больничные палаты, коридоры, смотровые кабинеты – это то, что Любовь Малослова видит с раннего утра и до позднего вечера. И так уже больше 45 лет. Заслуженный врач Чувашской республики, терапевт с многолетним стажем, Любовь Малослова лечить людей мечтала с детства. Медицина для нее давно уже не профессия, а образ жизни. Мы советские врачи, как мы с Анатолием Ефимовичем говорим, мы советские врачи. И у нас на первом плане, у нас воспитали так, что должна быть гуманность. Сопереживание, сочувствие и желание помочь. Сейчас нам доступны многие методы обследования и многие методы лечения, тех, которых не было раньше. Что мы раньше разве слышали, что такое томография,
А сейчас это повседневные обследования, так ведь? Новые методы лечения. Вон федеральные центры открываются, межрайонные центры открываются, которые помогают нам в лечении, в диагностике. Здесь же, в Яльчевской районной больнице, работает и ее супруг, врач-психиатр Анатолий Малоствов. Вот уже полвека он лечит людские души и передает свои знания коллегам. Мне нравится вообще сам человек с его проблемами, с его нуждами. И каждому, вот, кто приходит, я говорю, что если есть рабочее место, это рабочее место надо все равно сохранять, работать и оставаться человеком. В свое время ему предлагали и должность министра здравоохранения, и другие руководящие места. Но Анатолий Ефимович не изменил своим принципам и ценностям. И остался здесь же, в Яльчиках, в родном селе. Это сегодня за спиной многолетний опыт, а началось все в далеком 72-м году. Вот эту 120-летнюю больницу я начал строить. Собирали у колхозов деньги по рублю с одного гектара. И я дома не бывал. Я уходил очень рано и приходил очень поздно. Вот это все выстроено за 7 лет, вся новая больница – это при мне. Несмотря на то, что чета Малостовых работает в одной больнице, посидеть, поговорить абсолютно нет времени. А если удается встретиться в коридоре, разговор все о том же – о работе и пациентах. И судьба их дочери была предопределена. Татьяна Анатольевна Малостовова вот уже 20 с лишним лет заботится о здоровье будущих мам. Район у нас молодой, большой, расширяется, строятся новые дома, поэтому молодежи и уже по 2-3 поколения рождаются в мою практику. Медицина – это мое призвание, я люблю свою работу, поэтому я выбрала именно профессию врача. Я люблю помогать людям, это смысл моей жизни. Старшие Малостовы надеются, что их внуки тоже пойдут по их стопам. Главное, чтобы полюбили профессию всей душой. Так, как любят ее все представители этой удивительной семьи. Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Александр Петров, Республика. В середине июня на частоте 106,7 МГц в селе Красная Читая начнется вещание национального радио. Передачи Нацрадио смогут слушать также жители соседних районов – Ядринского, Аликовского, Шумерлинского и в Нижегородской области. А национальное телевидение Чувашии появилось и в региональном спутниковом мультиплексе «Орион». Мы стали 28-м по счету телевизионным каналом, включенным в региональный спутниковый мультиплекс на платформе группы компаний «Орион». Для абонентов телекарты национальное телевидение «Чувашия» доступно в пакетах «Стандарт», «Безлимитный» и «Легкий». Европейская часть России, Урал, Сибирь могут смотреть нас с сегодняшнего дня.